nice to rest your eyes and maybe go outside. Grab a book and get some air. So what are you waiting for? Bum, 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 bum. Why not take a quick break? Tune the radio. Chores to do, there's leaves to rake. Strum the old banjo. You can practice your Lindy Hop. Всем привет, добро пожаловать, это Cuphead. Нашел я четвертого певца. И звучат они просто потрясающе. Inkspots. Безоговорочно. Дослушаем и пойдем дальше. Вообще печально то, что игра подходит к концу. Жаль, прям реально жаль. Все. Попели, повеселились, пора и честь знать. Ну, вперед. У нас теперь казино. К концу игры я прям получил огромнейшее удовольствие. Но почему здесь дорог закрыт? Ну что, это несерьезно. Ну. Кстати, вокалист прятался за палаточкой. Одной из... Так, ну что, try your luck, испытай свою удачу. Ну, вперед. Inkwell Hell. Чё, я так оранул прям. Казино. В вулкане как будто бы, да? Такое ощущение, как жерло здесь какое-то. Спустились в жерло. Просто в жерло. Может быть, здесь что-нибудь интересное найдем. Казино. Ну, хорошо. Вперед. King dies in all bets are off. Все ставки окончены, в общем. Так. Ой. Ну, давайте сразимся с кубиком. Ставок больше нет. Тут прям регуляр, без какого-либо выбора. Да и ни к чему. Well, looky here, you actually pulled it off, but you made me lose a bet. В общем-то, что ж, вы добрались наконец-таки, но я потерял за вас ставку. И за это вы не увидите пока босса. Мы поиграем в игру сперва. Ну, кубик, драться будем, да? Поехали. А. Не надо с ним драться. Хорошо. Не надо, так не надо. Так, что делать? Смотрите, розовый куб. Находимся мы на игровом столе. Парень перебирает пальчиками. Что-то злостное он затаил в своей кубической душе. Я не знаю, что еще сказать. Так, смотрите, старт 1, 2, 3, сейв, 4, 5, 6, сейв, 7, 8, 9, сейв, старт овер, фин. Угу. Низкие ставки, высокие ставки. Начинаю догонять, в чем прикольчик. Смотрите, если мы выбиваем на кубике, допустим, троечку, то мы попадаем на сердечко, да? Я так понимаю. Если выбиваем двойку, то 18 на 1, 30 на 1. Ну хорошо, так, давайте сделаем тройку. Так, примерно сейчас. Один, два, один. Так, когда нужно прыгать-то? О, попал. Так, здоровье повышаем. 4. А это что? И... Едрить твою налево. Ты есть кто? А, как эту штуку избежать? Ау, 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 ау. Он куда? Япона мать. Между пепельниц скачем, да? Я не хочу это делать. А-а-а, бомбит. Как это делать? Тихо. Ёлка умная. Я высадился. Серьезно, я не знаю, что делать. Сейчас, секунду. Сейчас, я в себя войду. Вирус, антивирус. Блин, зараза, сволочь, поганая. Сейчас все будет. Ой, закройся, ты уже задрал этот антивирус. Так, все. Интерактив какой-то с этими антивирусами. Отвлекает от меня от жестокого маневра. Чи-чи-чи-чи-чи!
Как это, блин? А-а-а, горит. Печет. Может, лучше самонаводящимся бомбить его? Oh, smoking! Hold on, sugar! Серьезно? А-а-а. Это, получается, сам мистер Куб. Мистер Ролл Дайс, да? Задавил его. Ё-моё. Так, и... О, это ж сколько нам идти-то нужно будет? Мама мия! Так, этот уровень я очистил, клир, да? И это ж сколько уровней мне нужно будет сейчас пройти? Ядрить твою налево. Фу, отдышаться хоть. Я что-то даже не понял, что произошло. Так, надо выбить единичку, чтобы попасть в сейф-зону. Гадский антивирус задрал меня. Так, единичку нам нужно поймать. Единичку нужно нам поймать. То есть с тройки прыгаем, попадаем сразу. Нет, с двойки надо прыгать. Что-то какие-то странные я вещи тут сейчас выпиливаю. Попал? Е-е-е. Так, сейф, я так понимаю, никакого уровня не наступает. Фу, я уж испугался. Не наступает никакого уровня, никакого босса нет. Давайте ловить тройку. Опять. Зараза, что за фигня вообще? Ё-моё. Так, с двойки. Вот так, да? А хелтап за что? Там сердечко разве было? Ну ладно, окей. Фу, что там дальше? Воу, опять леталки. Опять леталки. Я не хочу, я не люблю леталки, серьезно. А можно как-то... Что вообще можно здесь делать? Что здесь нужно делать вообще? Я пока не особо понимаю, что происходит, но в принципе... Какие-то кони летают. Ёп, что происходит? Серьезно. Все что-то мелькает, непонятно, что происходит. Вообще не понятно. Серьезно, все, лови. Бденкс. Ну как, тебе понравилось? Коника. Купила мама коника, а коник без ноги. Купила мама другого и друга без ноги. Что-то какие-то быстрые боссы. Я еще поймал даже Паришку. Ха-ха-ха. Быстрые боссы, но у меня здоровье теперь 2. Так, давайте попробуем сделать либо тройку, либо двойку нам нужно поймать. Троечку, либо двоечку. Ой, мама, что ж, Капхэт, ты творишь-то с нами, а? Так, либо троечку, либо двоечку. С единички, да? С двоечки тоже прыгаем. Угу. С двоечки. Зараза. А, блин. А, ну хотя да, единичка тоже сойдет. Не рассчитал. Чё ты думаешь? Сейчас я тебя сделаю. Ну, может и не тебя, конечно, но... Ох, я сижу, меня трясет всего внутри. Реально, я что-то распереживался аж. Зачем такие игры делать? Серьезно. Так, с двоечки надо прыгать строго. Вот. Ой, тупнешь. Да, гениально. Тормоз. С двойки надо было прыгать, а не с троечки. Фух, я что-то распереживался. Ладно, фиг с ним. Поборемся. Японский городовой. Ты вообще кто есть? А это что такое? Окей. Ну ладно, у меня есть, смотри, у меня есть вот такой пари офигенное. Ты себе не представляешь, какая это полезная штука. Смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Не дала? Балерунище. А, эти штуки тоже надо взаимодействовать с ними, что ли, как-то. А, я понял, что это такое. Ну, в принципе, Парижка у нас есть такая модная. Я думаю, мы ее сейчас спокойненько сделаем. А, ну да, 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 смотрите, как элементарно все получилось. Фу, вот это вот невидимое пари, это идеальная штука. Ну, парирование невидимое. Это пари, пари. Так, единичку надо или хотя бы двоечку. Ну, мне бы надо сердечко восполнить. Поэтому давайте-ка сделаем единичку сейчас. Это с троечки надо прыгать. А ну квадратноголовый, сейчас я тебя разорву. Там же с... А, не понял. Ядрить твой налево. Какой-то шар еще. Это что за фигня за мной скачет? Ну окей. Ну ладно. Будем таким образом тогда валить тебя.
самонаводящейся пургой. Что вообще происходит? Что за странные боссы? Какие-то реально казиношные боссы. Все причем... Блин, не то сделал. Да ядрить твою налево, ты Вася инвалидный. Что-то я не то сделал, да? Возьму-ка я бессмертие от греха подальше, серьезно. Вот так. Ну, давай. Помирай уже, сволочь. А-а-а, восьмерка. А если я проиграю, что будет? О, нокаут. Чё-то жарит меня вообще. Что за босс? Это такие японские капхэт. Да, это было бы интересно, если был бы японский капхэт. Так, нужна двойка. И у нас... Да, 1 HP, класс. Так, с единички прыгаем, например, на двойку успеваем. Сейф, сейф. А, лалка квадратная. Так, теперь нам нужна двойка еще раз. С единички прыгаем, да? А, нет, с троечки. Да, с троечки прыгаем, и нормально получается все. Блин, вот это вот волнение с одним хп, это прыгать до фина, до конца. Сейчас, 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 сейчас. 180 фор 1, что там, что там? Что я хотел? А, с троечки прыгать. С единички, то есть, нет, с троечки. Да, с троечки надо прыгать. Еее. Реди, ну реди. So clever, so dapper, you better believe this dice is loaded, hidey-ho. Ретрай. Чё, заново теперь развлекаться? Обал... Вот ты чёрт! Вот ты чёрт, квадратноголовый. Да... Хорошо, хорошо. Давайте я тогда до него дойду. Или хотя нет, давайте пофиг, давайте поиграем по красоте. Три. Нам нужна троечка. Это нужно прыгать с двоечки. Угу. Офигенно я прыгнул с двоечки. Ладно. Гондурасство просто тотальное. Здорово. Ловите, не знаю, кто вы есть. Ё-моё, это что за глаза летающие? Оливка, оливка, это оливка. А-а-а! Жесть, это что? Ё-моё, как обычно, трэш трэшем. Просто на вынос мозга работают, ребят. Так, это сейчас будет блевать. О, а я успею прыгнуть. Не надо и печалиться, вся жизнь впереди. Может, лучше вот таким пользоваться? А-а-а-а. Опа, все? Подождите! А, здесь каждого босса отдельно, то есть каждый элемент нужно отдельно бомбить? Сзади какие-то черти прыгают. Сидят в казино, одни черти играют, я так понимаю, да? Отлично. Еще одного мы сделали. Так, остался шлакующий. Ну, шлакующего, наверное... А, вот, все, получилось. Ну, что-то два здоровья, опять как-то слабовато, и новые боссы появляются, такие межбоссия, а потом этот мудак квадратный со своими картами, непонятно. Там нужно парировать, я так понял, да? Так, ну, нужна двоечка. Стабильно нужна двойка. Так, это нужно прыгать с единички, да? Нет? Вот так это нужно делать. Отлично, HP up. Теперь нам нужна... А, ну да, чего нам нужно? Отыграться нужно. А, вон, ну этого мы знаем, этого мы знаем. Этого мы, в принципе, знаем, как я там делал. Я как-то ловко это делал. Ох, во-во-во. Вот так и знал ведь первый раз, когда играл, что эта фигулина так будет туда-сюда перемещаться. О, а чё... Блин. Вот тут я что-то неправильно делаю, видимо. Здесь очень сильно отвлекают сигареты и прочие элементы вот эти вот. Опять перемещаешься. Ладно. Нокаут давай. Или браво. Хотя нет, какой браво, если я уже продулся. Во, нокаут. Все. Чем-то напоминает эта сцена. Сцену из мультика Пиноккио старого. Так. Нам нужна тройка. Нам нужна троечка, чтобы жизни восполнить. С однерки прыгаем. Нет, с двойки.
с двоечки. Так, HP 3. Теперь нам нужна раз, два, троечка будет. Потом. Так, быстро и перейдем куда. Это что такое? А это что, кто это вообще такой умный? Так, есть кто? Кролик Роджер. Блин, что-то вообще капец. Отца просто разорвали. Да, и теперь снова сначала, да? Ты серьезно, квадратоголовый, ты опух, что ли? Хорошо, давайте я дойду до где-то примерно середины и вернусь к вам, потому что этого смысла записывать нет. Я просто буду бомбить. Вот еще какой-то босс, кстати, интересный, забавненький. Фишечки. Ага, у меня есть парирование суперское, так что, Лалка, извини. Так, что он еще умеет делать? Так, прыжок. Прыжок! Ого, как. Ладно, в принципе, они все повторяют элементы боссов, которые уже были. Поэтому, я думаю, несложно будет, да? Учитывая, что они короткие, быстрые. Сзади скелетоны рубятся просто в покерище. От души причем, нет. Молодцы, красавчики. Я решил все-таки всех боссов показать, раз уж они мне попадаются. Думаю, дай-ка сделаю. Нокаут. Вот и все. Неплохое, кстати, оружие. Все-таки. Неплохое это оружие. Самонаводящееся. Ну, теперь уже до... Так, до... Раз, два, три, троечка нужна. До сердца и до следующего босса. Если будет другой, то включу запись. Если будет тот же самый, то не буду. Е-е-е, новый босс, серьезно. Так, что здесь? Какие-то доминошки. Доминошки, Блин, что-то тут все серьезно как-то. Какие-то утки или что это такое? Гуси, утки. Е-е, пятенька. Ну, здесь, опять же, самонаводящиеся, я думаю, оптимальным будут вариантом, да? Ну, как-то так. Не знаю пока. Что еще этот босс может делать? Птиц пускать в своих только таких гусей или что там это у нее? Фигня какая-то, в общем. Летающая. Зараза, слил я два хэла уже на тебя. У меня была пятерка, стала троечка. Да ядрить твою налево. Двойка. Плохо. Однёрка. Ошибись. Да, немножко я не сориентировался здесь. Ну, ладно, ладно, ладно. Я думаю, это не страшно. Ой, как-нибудь заработаю сейчас. Так, у нас что есть? Раз, два. Мне нужна тройка, а потом единичка. Ну, так себе, конечно, расклад. Но я постараюсь. Очередной босс летающий. Это мне нифига не нравится. Какая-то макака. Какие-то карты. Я пока не понял. Манки Си, Манки Дум. Манки видит, манки судьба. Зашибись. Ну все, все, сначала начинать, что ж тут говорить. Ладно, поехали сначала. Ой, капхед, ой, капхед, в конце ты, конечно, задаешь жару. Ну просто трэш, вот как горячего чая глотуть и обжечь себе небо и язык. Вот то же самое, такое же чувство вызывает этот последний, предпоследний босс квадратноголовый черт этот. Все, поехали сначала. Мартышка. Давайте посмотрим, мартышка. Карточки не запомнил, почему-то не успел я этого сделать, но да фиг с ним. Ладно, будем смотреть. MDHR, Cuphead. Cuphead. Стукаем, находим парные карточки. Она начинает бомбить Мартыхана. Мартыхана начинает бомбить, соответственно, мы и бомбим ее. Вот и все просто здесь. Гениально и просто. Таких мартышек обычно показывают в фильмах ужасов. То есть там какой-нибудь детдом или какая-нибудь заброшенная... Больница, где дети, может быть, лежали, там что-то такое. Так, нет, где там у нас мат... Кубики. Вечер, блин. Так, магмен. Магмен, отлично. Ну, потом будет все проще и проще, естественно. Может быть. Так, и потом у нас остается... King Dice, квадратоголовый майнкрафтер, короче, остается у нас. Так, кубики. Почти. MDHR, MDHR. Нет, MDHR, здесь другой MDHR. Блин, уродство. Нет, опять MDHR и попутал. Бомбит. Давай, бомбящая мартыха. Ты мне 2 хп уже слила. Но это непорядок. Вообще непорядок, на самом деле. Серьезно. А ее, интересно, можно завалить, если
Оно все быстрее и быстрее начинает действовать. А, угу. Вот оно. Нет, серьезно, блин. Я опять попутал где-то вот соседнюю. Вот оно. Можно, интересно, завалить, если не все карточки открыть? Вот вопрос у меня. Блин. Зараза. Стерва ручья. Все быстрее и быстрее ведь начинает вращаться, ну. Серьезно, так, МДЧР. МДЧР здесь была, да? Нет. Здесь? Да. Хорошо. Стукаем. Давай. Две карты осталось. И три хп всего-то на всего. Вот лалка. Интересно, смогу дайса пройти, нет? Что-то меня терзают смутные сомнения. Находимся мы в игровом автомате, я так понимаю. Так, The Claw, как в этом было. В истории игрушек. The Claw. Давай, зараза, вдохни уже. Ноты будут последние на твоих похоронах. Эти ноты будут последними. Ты понимаешь меня? Мартыханище. Есть, отлично, нокаут. Так-а-так-а-так-а-так-а-так-а-так-а-так-а-так. Супер Мегатрупер, 3 HP, с чего начал, тем и закончил, как говорится, да? Момент истины. Троечка нам нужна, раз, два, три, троечка. С единички начнем и не прогадаем. Вот и все. Так, что-то вот это мне не нравится, к сожалению. У меня есть бессмертие, кстати. А можно как-то слиться? О, серьезно? Можно и так делать. Ауч, не, так, наверное, нельзя делать. Чревато будет, я так понимаю, да? Ну, как сказать, надо узнать угол. Надо узнать угол, а там уже дальше будет видно. А, он по очереди делает, ну, в принципе, мы с вами определились. Ах ты, зараза. Карт-бланш, блин. Да, серьезная фигня. Ой, скотина. Ладно, еще разок, третий раз. Хорошо, или четвертый раз, судя по всему. Я к вам вернусь, когда дойду до этого козла майнкрафтового. Ладно, дырявого. Все, до этого босса я дохожу и возвращаюсь к вам. Сволочь. Ну, кубик, давай сделаем красиво. Давай мы просто сделаем красиво и пройдем тебя в четвертый раз. Постараемся. Мы сможем, я знаю, я уверен. Удачи. Так. Давай, работаем. Отлично. Ну, в принципе, систему понял, но недостаточно хорошо. Так. Так себе, честно говоря, да? Так, отлично. Ну, так себе, да? Хорошо. Сейчас мы тебя сделаем, парень. Ты не расстраивайся. Все, отлично. Я же знал, я верил. Ну, наконец-то, все. Кубик ушел в историю. Так, результат. Все это дело пройдено за 4 минуты. HP бонус 1, парирование 3 и суперметр 6,6. Скилл левел, ну, так себе. A-, сойдет. Нам сойдет. Тяжело. Итак, сам дьявол, да, я так понимаю? Ну, получается, что так. Ой, друзья мои, я предлагаю здесь серию закончить, потому что я реально устал. Я аж прям начинаю заговариваться. Вот просто реально устал. Что ж, до новых встреч. Это была игрушка Cuphead. Что будет дальше и что будет в финале, мы узнаем уже в следующей серии. А пока, всем пока.